Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет! С вами, как всегда, я, Дезертир, и я надеюсь, вы понимаете, что это новое прохождение по игре Watch Dogs. Как вы уже поняли, всем очень привет. И суть в том, то, что мы должны дойти до сюда. До сюда, докуда, до сюда непонятно, но вот сюда вот мы должны дойти. Это оружейный, походу, магазин. Насколько я могу судить. Да, это оружейка. Там, кстати, музыка. Сетевые усилили охрану. Нужно прихватить пушек. Зачем? Эй, как дела? Так. Что вы ищете? В принципе, ничего, у меня все есть. Или здесь прям вот обязательно что-то надо покупать? Как жизнь? У меня денег не так много. Давайте патроны купим. Могу я чем-то помочь? Ой. Друг, не психуй. Ой, да ладно. Я у него деньги украл. Валим. Я случайно не на эту кнопку нажал. Я думал, это выйти из этого, из меню, а оказалось, что это ограбить. Надо будет потом смотреть внимательнее. Короче, не нажимать на правую кнопку мыши. Но зато получил 1100 по деньгам. Довольно неплохо. Так. CTOS. Охрана тут серьезная. Но выбора нет. Я найду этого приколиста. Не с тем он пошутить решил. Да. Так, а давайте попробуем со всех сторон. Мы видим, что там реально куча охраны. Да, все отлично, чувак, не парься. Так, нам нужен пистолет. Зачем ты снимаешь маску, идиот? Сможем мы через щельку пробить? Нет, не сможем. Во дела. Упс, прости, прощай. Ага. Так, нам бы наверх бы вот сюда, вот как в идеале, я думаю. Так, мы пошли. Фу. Черт. Кто это сделал? Минус. Ищите. Боже, что это было? Без понятия, чувак. Высуни голову, и я тебе ее пристрелю. Снайпер! Да какой, мать твою, снайпер? Придурок, что ли? Так, мне нужно замедление убить вон тех троих. Здесь никого, продолжаю. Да не врите. А как же я? Я что, никто? Да! Громко! Код доступа рай. Вот дерьмо, черт! Кого ты стреляешь, чувак? Смотри в оба. Пока. Живо, я прикрою. Не зря я решил кое-что сделать. Прокачать, если быть точным. Все. Больше здесь никого не осталось. Так. А, взломать. А, и что это? Так, ну это просто, видимо. Так. Это тоже было просто. О, я, значит, правильно понял, что это на время.
Так, а здесь что у нас? И что это? Ах ты уродливая тварь, проклятая стерва. Ты мне всю жизнь испортила, сука. Сейчас отрежу тебе башку и засуну в ящик со специями. Милая, да, да, дорогая. Все хорошо, милая. Все хорошо. Спи я сейчас, ладно? Ладно, люблю тебя. Ни хрена себе! Да, и я тебя. Сука! Что за херня? Это же был чей-то дом. Похоже, сетевые слишком уж интересуются частной жизнью. Неудивительно, что Дэд Сэк их не любят. Хм. Оу, вертолетик с камерой. Так, куда он там летит? Вообще на улицу вылетел. Круто. Эй, ну чувак, наблюдать за девушкой, которая моется, это не круто. Да, странные люди есть, но окей. Все нормально. Красота. Главное, вы выполнили задачу. Я в системе. Что? В смысле? Взломал CTOS? Так быстро? Теперь система как на ладони. У тебя есть доступ. И у меня тоже есть доступ. Будет скучно, глянь профайлер. Там можно найти много чего интересного. Да тут, в принципе, полно полезных приблуд. Можем использовать что угодно. Лучше мониторить трафик. Вдруг устранится ли в сети. Так ведь и они меня засекут. Ладно, сваливаю. И так задержался. А я найду звонившего. До связи. Так. Все отлично, мы взломали и уходим. Чисто и спокойно. Уходим, я думаю, так же, как и пришли. Здоров. Есть у меня к тебе дельце. Валяй. Мне тут подкинули выгодную сделку, а клиенту нужен водила. Нет. Ну, понимаешь, Марис стал безобразничать. Хотел сбежать. Нужно перевести его. Я думаю, чего париться-то? Ведь мне насрать на Мариса. Но только не на принципы. Я довожу дела до конца. А ты мог бы? Ладно, хорошо. Разберусь. Не, ну если тебе это в напряг. Да разберусь я. Что к чему? Выкладывай. Обычная работа. Подвести чувака. Плевое дело. Главное, не забывай, что ты мне помогаешь. Клиент платит за качество, ты уж не поленись. Не нервничай. Ну, окей. Только что-то мне кажется, что это не плевое дело. По крайней мере, не будет прям уж таковым. Мы влетели-то. Так, главное постараться никого не сбивать, потому что, насколько я заметил, в этой игре можно сбивать людей. Нельзя это отнимается. Так, начать задание. И что это? Устранитель. Видимо, засек меня в лупе. Шел по пятам. Ну, сам напросился. Джорди придется подождать. Так. В смысле, отойди. Так, тячечка у нас, и мы попытаемся сейчас просто и спокойно найти там чувака. Так.
Сейчас будем искать. Будем искать, будем искать. Так, устранить не могут быть контакты на сетовом. Да, ясно. Может быть, отслежу его сигнал, пока он копается с моим диваном. Вот ты где. Попался. Спокойнее. Да твою мать. Стрелять на улице, конечно, не очень круто, но... Есть. Устранителем меньше. Развелось, понимаешь. Так, дай, наверное, ты мне не нужен. Так, наша известность, чем выше, тем лучше. Кому-то я перешел дорогу. Где устранители, там работа по найму. Тот объявил контракт. Блин, хреново дело. Кажись, все дела, они ведут через план-схему. Так. Приложение, допустим. И что мне? Ага, надо вот сюда кликнуть. Сюда. Нафиг. Нет соединения с сетью. Жаль, кулаки так и чешутся. Я хочу миссию проходить. Да ладно. Так. Что у нас там, кстати, по миссии? Теперь работа для Джорди. Значит, контракт водителя. Отвезти чувака. Явно ведь не на экскурсии едем. Нужно глядеть в оба, не попасться копам. Так, а что в магазине можно? Как жизнь? О, энергетику купить можно. Заходите, работаем без выходных. Ну ты без проблем. А чё, мне энергетик даст, интересно? Надо было посмотреть там описание было, походу. О, слушайте, он мне дополнительный bullet time дает. Да. Где тебя носит? Нам кранты. Чувак, все летит к чертям! Скоро буду. Шевелись! Меня сейчас повяжут! Быстрей! Окей, еду. Так. О, аптека, кстати. Этой ночью полиции удалось пресечь ограбление завода электроники. Один преступник мертв, второй еще на свободе. Движение на Паркер-сквер затруднено из-за дорожных постов. У нас разрешение на сканирование. Начинаю поиск преступника. Так, три этапа. Сканер, избегайте желтых кругов. Погоня, оторвитесь от полиции. И поиск, покиньте серую зону. Всем отрядом. Запускаю сканирование. Жопа! Так, ну если я по краю проеду, чисто в теории, они меня не заметят. Всем отрядом. Запускаю сканирование сети ОЭС. Тихо. Сканирование CDOS запущено. Начинаю поиск. Так, прорваться бы через него. Это ведь ни хрена не будет просто, да? Сканирование CDOS запущено. Да ты издеваешься. Так, сворачиваем. Сканирование CDOS запущено. Начинаю поиск. Еще раз сворачиваем. Немножко не туда, конечно, свернул, но... Ладно, я встрял. Просто бежим. Оу. А падать ты? Далеко. Беги, мужик! Просто беги! Just run! Да ладно! Ты стебешься, что ли?
На поиски подозреваемого отправлен патруль. Так, и что, здесь нет ни одной машины? Ну просто, мать его, великолепно. На этом грёбаном маленьком островке нет больше ни одной машины. Это... А, нет, вон есть. Так, берем хорошую тачку и просто к чертям валим отсюда. Ты что, дурак, что ли? Смешной такой. Копов меня прям на смех пробивает. Кричат мне типа тормози. Ну и куда он дел? Утром в южной части Чикаго был найден труп. База, он бежал. Возвращаемся. По данным полиции, жертва причастна к недавнему ограблению. Считается, что погибший связан с преступной группировкой Чикаго Саус Клаб. Так, о, очко навыков получено. Два доступно. И мы можем наконец-то вот эту хрень таки прокачать. Я ее, оказывается, не прокачал. И, в принципе, здесь вроде бы больше пока ничего не понадобится. Ладно. Давайте пока просто поедем вот сюда вот и поедем к миссии. От копов мы оторвались, так что все круто. Чисто в теории мы не сможем. Точнее, мы наоборот сможем спокойно ехать, потому что мы отрывались от копов. Мы увели их из района, вроде как. А может, я ошибаюсь, на самом деле, не знаю. Сейчас увидим в любом случае. Так. Тачка не очень послушная. В прямом переносном смысле. Так, нам вон туда. Да, ты такой незаметный прям. Приглашение гони давай. Я водитель. Мужик, ты чё так долго? Тачка есть с этой беда? Нет. Тачка с тебя. Я везу. Хрен с ним, погнали. Ну погнали, так погнали. О, с тачкой действительно беда. Она будет чуть-чуть заметна на улице. Если вас ищут, покиньте зону. Это труба, чувак. Эдди сдох, пришлось его бросить. И тут на тебе копы. Засада. Вези куда надо, да будь начеку. Везде копы. Твой маршрут самоубийство. Сиди и молчи там. Не умничай, я знаю, что делать. То-то твой друг сдох. Сиди тихо. Так, нам надо, я так понял. Ладно, мы прочешем переулки, попробуем его выкурить. Принято. Все мосты разведены, кроме Уэллс. Подмогу туда уже выплыли. Надо просто аккуратненьким образом. Ну что будем делать? Не молчи! Так, не трогайся. Менты впереди. Они оцепили остров. Проберемся по переулкам. Чем глуше, тем лучше. Если я заглушу мотор и вырублю фары, замри. Тогда нас никто не спалит. Понял? Да, окей, лады. Черт, руки трясутся. Так. А при тебе в людей уже стреляли? И не раз. О-о-о. Чувак, не молчи, я сейчас тряхнусь. Тихо, не напрягай. А вдруг Эдди жив? Он пулю в живот получил. Ну это ж херня, правда? Да? Раз на раз не приходится. Если ранение не сквозное, как минимум нужно вытащить пулю. В общем, копы все равно захотят его допросить. Так что в больницу твой друг попадет. О, да и вправду профи, мать твою! Пронесло! Есть хрен, что пронесло. На всякий случай поднимем мост, чтобы они не последовали за нами. Так. А нам чуть-чуть осталось доехать. Надеюсь, на этом все закончится. Так, добрались. Отлично. Нас уже должен ждать. Не облажайся!
Это я-то не облажайся, я тебя довез как раз нормально. Твою мать. Это ж Лаки Куин. У нас встреча с боссом клуба? Не у нас. У тебя. Кто-то стуканул, клянусь, я сам офигел. Должно было быть пусто. В смысле, это ж просто завод. И тут на тебе сигналка, а потом копы прилетели, и я... Тихо. Не суетись, сынок. Но я все достал. Это главное? Да, сынок. Тут ты прав. На этом все стоит. Облажаться никак нельзя. О, да, мистер Куин, все так. Но это же не мой косяк. Ну, не успокойся. Мой. Тихо. Все. Ты маме давно звонил? А друзьям? Девушке? Нет, сэр. Не до этого. Хорошо. Отлично. Передай хозяину, что я позвоню. Если что-то вдруг понадобится. Да. Грёбаный Куин. Главарь Чикаго Саус Клаб. Он был проклятием Чикаго еще до моего рождения. Всем в этом городе стало бы лучше, если бы я всадил ему пулю в лоб. Но я всеми силами пытаюсь этого избежать. Цена слишком высока. Лучше не рисковать. Привет. Как все прошло? Без проблем? Думал, я соглашусь работать на хренов клуб? Деньги не пахнут, в курсе. Хочешь, чтобы бизнес процветал? Забудь о морали. Расслабься. Так тебя с чуваком свести, найдет тебе работенку получше. Ну да. Черт его знает. Хотя давай. Лишнее бабло не лишнее, да? И, кстати говоря, Марис обжился в своем новом доме. Ну, в общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, я, Дезертир. Всем удачи и пока-пока.